Декс, всем привет! Сегодня мы будем смотреть Моргенштерн Айс. Вот, Фитан сам с собой, так сказать. Начало мне нравится. Понимаю. Давайте посмотрим. Сделал! Просто знаешь, как стало типа культовой фразой. Вот, понимаешь, да? Кстати, вот это вот, стоп, вот это вот припев, да, он очень похож на Маркула, серьезно, очень похож на Маркула, почему-то мне, ну вот, кажется, к примеру, смотрим, смотри, к примеру, мы ищем, сейчас, смотри, сейчас, ну, к примеру, деньги на ветер, да, где это? Вот, просто послушай, да? Короче, реально, тут добавить автотюна, получится то же самое. Серьезно, похоже на Маркула, да, ужас. Тупо, ебать, охуенно, реально. Типа это, насколько надо быть, не знаю... противоречивым, чтобы просто делать вот так вот, чтобы все говорили. И неважно как, все равно, типа, все твое залетает. Понимаю. Подожди, это же типа бай, типа, да? Или это типа, какой-то термин типа тянка и тому подобное? Ну-ка, пожалуйста, пояснительную бригаду. Мне нужна пояснительная бригада, понимаешь? Вот. Не, ну это прикольно. Это прикольно. Это очень прикольно. Была бы вебка, я бы прям с вебкой вам сделал. Это прикольно. Это очень прикольно. Реально. Это очень прикольно. Взят у меня капец. Типа король. Понимаю. В общем, да. Типа, ну это прикольно. Это однозначно прикольно, да. Это, я думаю, будет хитом по-любому. Вот. Так, это. Ну, меня прокачало немножко, да. Меня прокачало. Я аж в час ночи это смотрю. Прикинь, для тебя в час ночи записываю, и оно будет буквально минут через 20. Вот. А потому с тебя лайк, подписка, колокольчик, комментарий. И я пошел. Давай, удачи тебе. И это, кстати, не подпишешься? Пидор. Ладно, я пошел.